Ну, такие новости. 8-й выпуск. Погнали. Житель Казани решил напиться, закусить, покурить в магазине. Как он это сделал? Он просто зашел в магазин, выбил дверь и на камеру покрасовался. Продолжая тему про нашу столицу, в казанском метро дедушка решил просто сыграть от души на своем баяне. Заодно и порадовал гостей и жителей города. Ну и, может быть, даже заработал немного деньжат. Ставлю лайк и делаю репост. В Альметьевске парень молодой, мальчуган, маленький вот такой вот, милипизерный, решил, что он просто бог самокатов и покатался, ну где-где, ну вы могли подумать. Да, конечно же, на крыше подъезда. Опять же, мы возвращаемся к маленькому мальчику, теперь уже из города Набережной Челны. Он решил, что он Жан-Клод Ван Дамм, Джеки Чан, ворошиловский стрелок еще к этому, да. Взял пушку отца и решил пострелять. Он попал. Он попал не только в камеру видеонаблюдения, но, наверное, еще и в ПДН. Да не, мне кажется, в такую мелочь в ПДН не попадает. Тут за худшее-то в ПДН не попадает, а это просто, наверное, по голове настучали. Но жители, кстати, возмущаются. Кто будет возмещать этот ущерб? Ну, очевидно. Отец мальчика, который, не знаю, может быть, дал ему ружье, а может быть, наоборот, нехорошо спрятал его. Конечно, смешно-смешно, но дети с травматами это страшно. Что дальше будет уже? Казанец вцепился в эвакуаторчика. Я выговорил это слово, но не выговорил, слово выговорил до этого. Его машину решили арестовать, но он вцепился и не хотел отдавать. Ну, конечно же, в Казань-то передвигаться-то пешкодрапом-то не очень хорошо. Ну, а не царское дело, наверное, на метро ездить. Все равно машину забрали, ну и, наверное, штраф выписали, потому что приехали полицейские. Опять снова гремит на всю округу Альметьевск. Там отец ребенка решил, что он всемогущий, просто бог, царь, там кто еще, главврач, наверное. Дальше у меня слов больше нет. В итоге он просто карточкой ребенка как следует отхлестал лечащего врача. Мне сложно этого мужчину сказать, потому что я бывал в больницах, и там, честно сказать, на таком нервике, на таком там этом, то, что по щелчку 3.15 тыдынь, можно сорваться. Угу. Но, с другой стороны, нужно все-таки держать, уметь себя в руках. Как бы тяжко не было, все-таки в России нам не привыкать, привыкать. Не, а как же вот вообще на женщин руку поднимать? В первую очередь она не женщина, она рабочая. Рабочая. Что за сексизм? Это тоже как работник собеса. Ну, в любом случае, мы не рекомендуем, не советуем так поступать, как он. Лучше решать мирным делом. Ох уж эти набережные Челны. Двое мужчин выкинули парня в мусорный бак. Нет, одного избили мусорным баком в предыдущих выпусках, этого засунули. Зачем? Движение. Бак. Бак-схет. В общем, очевидцы рассказывают, что между мужчинами возник конфликт, ну и у оппонента ничего не осталось, кроме как выкинуть его в мусорную. Веселые Челны. Езжайте в Челны. Там до этого какой был случай? Там женщина избила малолетних детей, потом избила женщину. Мне кажется, в одном комплексе просто было. Вот вы думали, Регина Тодоренко такая умница, красавица? То правильно думали, она еще умеет татарские плясовые танцевать. Что она продемонстрировала вот в этом видео. Я не
Она приехала, чтобы снимать в тревел-шоу про Казань. Когда выпуск выйдет, на каком канале и где, к сожалению, история умалчивает, но эти зажигательные танцы я никогда не забуду. Ой, да ладно, Руслан, ты льстишь, тебя петишь на нее, походу. Видел я это видео, ничего там такого нет. А на этом все. Это был выпуск, ну, таких новостей. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, колокольчик, пиши в комментариях, делись этой новостью со всем миром. Все, всем пока!